Здравствуйте, друзья, зрители канала. Приехал я снова к местному типу Лёхе. Там сидим, проверяют сети. И вон и столько трубы здесь у него напускала вот этот. Чего он их напускает? Проверяли сегодня дня три, наверное, я так думаю. Посмотрим, что попало сегодня. Здорово! Что, спишь? Ой. Ты там кроссворды разгадываешь? Дубак? Ну сегодня да, на улице холодно. Нормально было бы. А? Если бы не ветер, нормально было бы. Ну да, так-то. Так-то 8 градусов всего на этом. Ну, не. Да? Не, минус 8. Минус? В тени, да. С ветерком просто холодно. Да, блядь. Сколько? 6? 3 часа ночи стало что-то. Ёба, я в 11, потом в 3, нахуй. Я вообще встать бегать, нахуй. Ёба, ну, родной. 6 встал, нахуй. Печку затопил, нахуй, нормально, блядь. Так ты её на ночь гасишь, да? Нет. А, всю ночь херачит? Да. Горит. Нахуй, гасить-то. Вчера ходил туда, нахуй. Там чё? Вообще ничего нету, да? Ничего нету. Мазон этикет, нахуй. Так. Вода будет ходить. Че, не один, да, приехал? Не, я их увез туда, на то озеро. Пусть на то беседки стоят, пусть там пробуют. Я один, что ли, приехал? Ты не думал, что не один приедешь? Да. Все хотят, бля. Чего поймают, хуй знает. Так видишь, людям главное сопли поморозить. Вчера заебался, нахуй. 12 дня, в 11 вышел, в 12 сюда подошел. С ружьем, нахуй, шучу, бля. Я нахуй я ружье брал, все зайцы по сопкам бегаю, бля, бля, все выбили. Надо было по сопке идти. Ну, нахуй. Куропаток видел, нахуй, вылетели тут, нахуй. Далеко? Не подпустили? Да. Шумодолись, нахуй, летели. Я хоть 4 патрона брал, бля. Ходил, ходил, что ли, бля. Что? Да, да, да. Да. Ты там их чувствуешь, или? Да, выровнял их побольше. Еще вот это на дальнюю лодку. Еле-еле вызвал. Правильно, вообще. Еще больше так, наверное. Фига. Что ты варежки не взял? А, есть? Ну да. Большая рыбка попалась. Где это? Чего? Большая рыбка попалась. Малек. Малек? Сижу. Сетку залез, что ли? А. Какой
хорош, хорош. Сетки почему-то одни хайруза, да? Что, сюда надо вытаскивать? А? Или туда? Сюда. Да, да, сюда точно. По-моему, середина. По-моему, да. Вверх самый таки снимать. О, сразу, блин. Щука и налим сразу. Ой, да. Оба живые. К дырке, наверное, дышать ползли. Косяк. О, малим. Ой-ой,
куда-то пошел. А нет, такой же. О, хвост ушибли. Бля, он пролезет хоть? Пролезет, пролезет, шурина. Сейчас сыкрой, бля. Скотинка. Бля, они мамуток не вытащить, наверное. Один попался, но сыкрой тоже там. Чистюлик. Я его вычистил, но... Порвать-то, бля. Легко. Жалко, бля. Все время так проверили нахуй. Не можешь вытащить, все время. Бля, икру мне наваленки тут на металл. Никого. Это есть? Нет? А, колечко. Вот. Край есть сеточка на этом озере. Тоже метров 20. Что тут?
сетка была чистая такая. Хорошо. Удивительно. Пеляточка. Ушел. Она либо закручивает. Легче снимать, чем щуку. Да фиг знает. Щуку легче снять, чем на лимон. По-моему, вообще кого-либо проще, чем на лимон. Да, блин. Даже окуня, наверное. Нахуй тебе хуй. Это удались, ты кушки, бля. Берш, да нахуй. Чем бы лучше попалось, блядь? Кусил, блин, сетку охуеть. И тоже ушел. В том конце как-то лучше попадал. О, Малимыч. Накинь-ка, Димчик. Как ты сюда вообще попал? Кого снимали? Это что, 45, наверное, да? У них короткие сетки-то, нахуй. Короче, чем у нас. Какой-то год атаку, у нас всё. И сюда, и вот, и нахуй. Сетки снимали. Ужас. Чего это, пусть? Я вообще огрещивать руку, нахуй, руки мёрзли. Слёзы проверяли, наверное. Нифига. Всё. А тут всего одна пилятка и налимчик. Красавчик, говорю, какой. Вот, проверили. Первого в озере три сеточки 20.
О, щупак. Хорошо, упалась, наверное, недавно, блин. Гоняют, думаешь? Да? А? Думаешь, гоняют? А? Так на, их здесь оставить, пусть гоняют. Сколько нагоняли, пришли, проверили, нахуй. Ну выплюнь ты, ну. Чё ты там грызёшь ты её? Ну ловит, может, здесь не шок-то. На ночь оставить здесь. Кулак он рядом. Погреться. Да, кружили ей со мной. Наоборот, надо закрыть его. Гоняли без конца. Да, блядь, я не здесь. Примерно, нахуй. Пускай бегают. Какие люди там нахуй есть? Бегают пускай. Замерзнуть пещеру можно сделать. Пять щупак. Что-то сегодня с ними. Не шутки, блядь. Кто заказывал щук? Ветер холодный. Южный ветер, а, блядь, все равно холодно. И голосок. Ну-ка выплюнь. Ну не хуже налима. Так все начиналось. Харитошка. Харитошка. Брат поехал. На рыбалку, нахуй, удицы. На квадрике. О, а это кто? Чурбан. Чурбан? Да. Че он бледный такой? Чурок. Здравствуйте, товарищ Чурбан. Заебал сейчас, нахуй. Сидеть, блядь, в палатке, нахуй. Я еще буду, блядь. Четыре квадрика было. Фига. Ну нет, три. Два квадрика, нахуй. Присели в палатке, нахуй. Мы с братом, нахуй, нахуй проехали. Такой Чурбан. Конец. Все, затягивай. Я люблю.
сопливой. Да что сегодня? Эта сеточка. Рома там работает. Вот. Столько дала эта сеточка. 60 метров. Два чурбана, два хайруза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять щук. На этом все. Все. Вот заколебали. Честные рыбаки ловят на спиннинг. Чего так ловят? 4 штучки. Оторвало? Оторвало. 10 мест. 10 мест. Ну, блядь, хорошая была. Блядь, что-то подъемку. Тоже смотри, щучка. Ну нормально, хоть эти щуки давай тоже. Это мы же все уже пилошки. Рыбин, да? Ловятся. Ну все, на этом точно прощаемся. До новых встреч, друзья.